Вообще, я понял, что никакого скитура в гору. Это пипец. С таким грузом это тяжко. Таймыр – это фактически забытый край. Когда я кому-то говорил, что еду в экспедицию туда, меня обычно спрашивали, что это, где это. Между тем, его площадь соответствует размерам Германии. Абсолютно дикое и незаселенное пространство. Там нет ничего, кроме тундры, гор, ледовитого океана и белых медведей. Идея состоит в том, чтобы пройти под кайтом от Хаттинги до Диксона, преодолев 1300 километров через горы Беранга. Это единственные населенные пункты, из которых возможен старт или финиш. Буквально вчера выяснилось, что Чижик отказался ехать, поэтому я еду соло, и это потрясающе, это безумное ощущение, все эмоции от страха и до восторга. Состояние не очень комфортное перед стартом, немного стрёмно. Надо быстрее выйти на маршрут, и тогда все начнется. Сделал первую ходку, прошел около 10 километров. Ветер очень слабый, пришлось нарастить стропы до 100 метров. Ну, в общем, кайт ведет себя как уволень. Сегодня мне было проехать еще 30 километров до острова Джонары, но не знаю, успею ли, это темно. Через сутки вообще почти минус 20, поэтому хорошо бы поторопиться. Первую ночь в палатке. Посмотрим, как поведут себя спальники. Я еще ни разу в них не спал. Они рассчитаны на минус 1 комфорт и минус 12 экстрим. На улице полный штиль. Минус 15 и 5 утра. Предстоит принять решение валяться целый день в палатке или попробовать идти скитур. Непросто. Ветер все-таки появился. Где-то 4-3 метра в секунду, очень маленький. Но попробую стартовать. Похерил вторые сани. Их тут даже не видно. Иду сейчас за ними пешочком. Просто пипец. Очень такой непростой день. Было все, и на скитуре ходил, и на кате сливало. Посадил кайт на кусты, чтобы не упасть с обрыва. Пипец, как холодно. Надеюсь, сейчас поесть макаронов с тушенкой и согреться.
ветер очень сильный и вокруг кусты, поэтому сейчас придется скитурить, потому что если я подниму кайт, я точно не туда боюсь. Палатку все заносит снегом, приходится постоянно откапывать ее. Сейчас, когда видишь, была после 10 метров, в километре видел. За эти 5 дней я многое прочувствовал на себе. От полного штиля до пруги с видимостью в 50 метров. В конечном итоге я принял решение возвращаться к цивилизации. Для этого было много причин, от недостаточно подготовленного снаряжения до банального холода. Я набил достаточно шишек, чтобы вернуться сюда в следующем году и закончить начатое. Горы будут ждать, а я готовиться.